Я в театральном обучался. Стихи умею я читать. Нас там учили очень даже. Я правила усвоил все. Вначале надо быть спокойным, размеренно повествовать и быть загадочным, но в меру, чтобы интрига между слов и со всезнающей усмешкой смотреть на зал, как на детей, мол, я-то понял, я-то знаю тупую легкость бытия. Затем интригу потихоньку необходимо нагнетать. И делать это надо плавно и с поворотом головы. Произносить слова быстрее и в ноте как бы повышать, все выговаривая четко, не запинаясь, не бубня, рукой вот так вот помогая, показывая как бы что, накал страстей уже в процессе, что кульминация вот, и распростерши руки к залу, слова чеканить словно шаг, чтоб буква каждая слетала орлом двухглавым с языка. И даже если будут слюни, так это даже хорошо. Ты в образе, не замечай их. Ты вихрь, ты дождь, ты артист. Потом делить слова на слоги, орать, да так, чтоб дрогнул зал внезапно. Только громкий шепот, и будет он мощнее, чем крик. Как только перешел на шепот, еще раз крикни, чтобы у всех дыхание перехватило. А сам что дальше? Вспоминай. И пауза. Ты вспоминаешь. И дальше. Вот, еще одна. Офигеваешь, как бы сам ты, как классно ты сейчас орал. И обороты нужно сбавить. Слова раздельно говорить. Все так же четко, но раздельно, выдавливая как бы их. Дышать при этом нужно часто, как будто после боя ты, как будто ты еще километров бежал по лесу с рюкзаком. Еще при этом очень важно, что происходит. Ходит на лице, глаза на мокром месте, и брови, чтоб вот так. Слова
все тише и реже даже проникновение куда мурашки побежали, и что слеза. Когда финал уж очевиден, закрыть глаза и голову опустить на грудь, чтоб зритель понял конец стиха. Аплодисменты.